Итак, дубль 2. Игрок в покер собирается в шпиль. Посмотрим, что у него выйдет на этот раз. Так, что нам предлагают? Дополнительная стартовая реликвия. Кунай нам не нужен. Или случайно обычная. Или обычная карта от Морозного Жреца. Я с Морозного Жреца еще ни разу не играл. Поэтому выбрали либо случайно обычная, либо стартовая. Стартовая может дать либо ничего. Так, она действует только на определенного героя, либо очень сильный буст. Типа зарядку сферы, например. Лечение постоянное. А, случайно обычное, но... Давай так. Да не, не. Зачем нам добавлять мементы в руку? Мне кажется, это был плохой вариант. Ну ладно. Давайте жить с ним. Наград уязвимость на всех. Почему это плохо? Помимо того, что это проклятие. Потому что я наношу урон не атаками. Я наношу урон с помощью карт. Именно покерных карт. И на них уязвимость и слабость не влияют. Как я выяснил. Так. У меня есть пара. Можно, конечно, тебя попробовать паролить. Во. А там будет флэш. И стрит. Плюс 350. Стрит флэш. Замечательно. Так. А, единичку треф. Не. Скрытая карта. О, мы выбираем карту из сброса. Пойдем ее все в руку. Может быть полезно. Эта атака тоже звучит интересно. Больше рандом. Так, да. Давайте улучшим карту. И давайте улучшим... Тебя. Больше случайных карт. Улучшить две карты или получить апофеоз? Давай апофеоз. Стрит флэш действительно есть. Вот он. В покере. Так. Давай нам 1-2, 1-5. Давай нам что-нибудь. Четверка нам не сильно поможет. Давай семерочку. Давай сейчас двоечку попытаемся поменять. Три. Надо было менять семью. Надо бы брать четверочку. Менять семерочку, но кто же знал? Кто же знал? Так, 16. Ну, в принципе, с тобой-то мы разделаемся. А, давай попробуем поменять. Оп, троечку. Уже неплохо. Уже неплохо. Оставить так. Давай пока оставим так. Мы, конечно, получим сейчас 10 урона. Но его почти добьем. Ладно, не почти. Так, давай так. Улучшили. Носим 2 урона. Тянем карты. Хорошую карту, слушай, тянем. И мы натянули даже на full house. Так, full house от нас. Все, кроме этой восьмерки. Так, это мне нравится. По крайней мере, пока везет, мне нравится. Так. Из этого. Ну, рада, что тебя. Потому что позволяет вытянуть карту. Магазин. Светофор. Это все, конечно, классно. Да, может, принтер возьмем. Он за 70. Давай. Уйти. Так, и у нас уже две пары.
Давай, значит, эти снова это необычные Илана. Так, с кого лучше начинать? Наверное, с того, кто дает больше силы. Хотя нет, мне сила не нужна. Давай с тебя. Все, две пары есть. Плюс 50 эффективности. 10 защиты. Нам, я думаю, хватит. Почти. Немножко урона им. Так. Давай. Все карты улучшаем. Это хорошо. И давай Mulligan. 3, 4, 5. Тройку, наверное, даже можешь пробовать оставить. Подтвердить. А, мементо мешается. Надо было мементо сбрасывать. Давайте возьмем талант. И будем страдать, видимо. Потому что надо было сбрасывать мементо. Пару мне это говорит. Согласен. А чьи-то она повернулась. Или мне показалось. А, так. И... Овердил. Да? Хо-хо. Ну да, это неплохо. По с картами здесь мне везет. И даже повезло на флэш. Да, наверное, флэш и оставим. Нам надо оставить все бубы. Оставляем все бубы. Отлично. Выбираю карту. Выбранная карта будет вверху стопки добара. А знать бы еще. Так. Бонус от стрита удвоен. Так, давай вспомним. Стрит это у нас что? Стрит, тогда они по порядку идут. Его сложнее всего, по-моему, собрать. Но... Давай. Давай. А что хотим? С чем хотим начинать? Она сжигается. То есть я думал апофеоз засунуть, но нет. Овердил тоже сжигается. Так, да, наверное, есть смысл взять бы Джокера или Трампстрайк. Трампстрайк, наверное, больше. Он, конечно, стоит единичку. Но тянет нам две карты, улучшенная версия. А это позволяет нам выбрать из трех. Тебе и то, и то хорошо. И то хорошо. И, наверное, бы Джокер пока будет лучше. Возьмем бы Джокера. 30 здоровья. 30 здоровья это не то, чтобы очень хорошо. С другой стороны, у нас как-то элит больше не намечается. По нашему маршруту можно пока пошиковать и немножко поулучшить. И лучше, наверное, в первую очередь. Тебя было бы неплохо. Так, мы тянем еще одну карту. В целом тоже неплохо, но давай пока. А бы Джокера взять. Не, давай принтер улучшить. Вот советует принтер улучшить до высокого ранга. Я не обещаю, что я смогу вытянуть прямо. Все. Давай тебя. Давай тебя. Ну, как бы 2, 2, 3. Это не то, чтобы много. Надо, наверное, выиграть тебя. Он меня не атаковал. А так бы я отбился от лишней карты. Надо будет это учитывать. А почему? Я же это. Я улучшил не... А, я улучшил не Бэджокер. Да, всем не думаю, что он ко мне пришел неулучшенный. В этом понял. Я же его не улучшил. Так, а что у нас есть? У нас есть 1, 2, 1... И можем выбрать либо две пары, это будет плюс 50, либо три единички. Что даст плюс 100 эффективности. И, наверное, три единички лучше сейчас.
И давай тогда двойку скинем. И пока, наверное, все. Или четверку скинуть. А четверку скинем. А, давай мулиган скинем. Снова четверка. Ладно. Так, ну, пока что все довольно очевидно. Апофеоз. Хотим немножко урона и тянем карты. Поэтому лечимся на 80. Нам, конечно, никто не достает лечиться на 80. У нас, кстати, стрит. Который 4 рен. То есть суммарно 5 рен эффективности. Можем вот тут перелечиваться на... Так, у нас что? 3, 4, 5, 6, 7. И это хорошо. Но мы при этом нисколько урона не несли. Что даже довольно забавно. Так. Можем взять себе 6 пик. Можем взять трефы, потому что за каждую трефу будем наносить ему урон. Хоть небольшой, но урон. Ладно, довольно большой, но урон. Так, теперь танец пик, танец треф. У них там ножки. Выбрать одну из трех карт треф, чтобы добавить свою руку. Она становится эфирной. Слушай, ну... Давай. Если будет добавить хорошие карты, почему нет? О, размер руки увеличен на 2. Да? Еще бы добор увеличить. Гремлин. Ну, давай сыграем. 3 раза. Так, редкий. Обычный? Обычный. Ну, обычный, окей. Обычный. Ну, хорошо. Но они улучшены, поэтому в любом случае это хорошо. Так, тянуть до 5 карт, сбросить 3. Это неплохо. Особенно, когда нам вышло в начале игры пару талантов, которые мешают собрать. Повышать ранг, это хорошо, когда у нас затягивается бой. Пока, наверное, возьмем тебя из этого. Ну, возьмем еще один магический трик, наверное. Отбирать шестерку. Ну, дадим еще один магический трюк. Так, вопрос, как дальше пойти? Через костер, чтобы что-то улучшить гарантированно. Не, пойдем по неизвестности. Давай поговорим. Давай нам реликвию. Теперь они будут стараться быть улучшенными или более высокого качества. Окей. Да, может, еще реликвию. И не будет случайных боев. Я думаю, нам этого хватит. Спасибо. Я доволен. Так. 1-1-2-3-4. Давай пробуем вместо тебя получить двоечку. А мы получили? Нет? Мы двоечку-то получили? Нам нужна пятерочка. Как нам получить пятерочку? Надо, значит, какой-то двоечкой пожертвовать. Например, давай. Апофеоз. Ну, окей. Но, наверное, это не то, что нам надо было. Ладно, живем. Минус 6 здоровья. Так, зато можем сейчас добавить себе одну из 5 треф, и потом выполнить удар по трефам. Давай. Так, десятка треф. Десятка треф, ну? Можешь, конечно, взять пятерочку, но у нас будет уже пара. Но десятка треф, каждому по десятке. Классно же. С одной стороны, да, классно. Стороны, да? Быть от пары лучше. А, ты у нас стороны. Зачем тебе? Надо было тебе. Ладно.
нас вот можем две пары собрать. Хотя мы тебя добиваем. 6 урона 7, 12 урона тебе. Поэтому давай, наверное, так. И можем даже избавиться от этой карты. Зелье. О, у меня есть хороший удар. Оно есть. Вот, например, Трамп Страйк. Вполне себе страйк. Так. Наносит 3 урона всем врагам. Урон удваивается за каждую уникальную масть в моей руке. Наверное, нет. Это будет минимум путать мне сеты. А собирать сеты все же веселее. Д20. Ну, здравствуй, родной. Я бы сказал, что я скучал, но боюсь, это будет неправда. Так, с кого бить? Кого бить первым? Наверное, пацана. 7. Теперь тянем. И 3 карты сбросим. Давай моменты сбросим. 1, 2, 3, 4. Ну, давай вас тоже сбросим, видимо. Хотя хотелось бы улучшить. Но лучше сбросить. И давай так. Оп, 2 пары. А это уже лучше. И давай, может, кинуть удар. Что за удар? Полуночный удар. Разыграл только если я разыграл ровно 11 карт в бою. А он сейчас не скажет, сколько карт я разыграл. Очень сложная вещь для розыгрыша. Эфирная. Полуночный удар. Вот полночный — это кошмарный удар. Так, 10 урона. Зажигается, дает нам теневой. Давай тебя. Будет у нас еще одна четверка. Я думаю, это будет лучше. 7 урона тебе. Все. И сейчас у нас фулл хаус. Я думаю, это неплохо. А для фулл хаус у нас пятерка лишняя. Ого. Берем самую большую, разыгрываем. Так, 10 урона за каждую. Но у меня их уже 2, по одной так. И так, 14 урона всем. Я думаю, этого хватит. Возьмем пятерочку. Пойдем сюда. И будем отдыхать. Здоровья мало? Восстанавливаем мы, конечно, его. Тоже мало. Так, но у нас есть уже 3 двойки. Это хорошо. Он пока меня атакует, поэтому я сразу могу избавиться от момента. Пока. И разыгрываю овердил, чтобы вытянуть кучу карт. Этого вытянул на фулл хаус. Почему вытянул на фулл хаус? Потому что у меня 3 двойки и 2 единички. Жалко, конечно, когда треф придется избавиться. Но что поделать? А, стой, немножко подлечимся. Так, завершить. Так. Сбрасываем тебя, тебя и тебя. Хорошая вся карта. Наш. Уничтожить, говорит. 32. Так-то больно.
Так, ну давай одну из трех. У меня сейчас ничего на руках нету. Есть 2, 3, 4, 6. Давай пятерку. Пятерку давай. Ну что ты? Ничто из этого не похоже на пятерку. Ну, дал бы ты пятерку, было бы хорошо. Давай еще одну шестерку. 17 урона плюс 5. 22. Эх. Это будет тяжело. Хотя мы можем попробовать сейчас все еще заролить пятерку. Есть шанс. Вроде шанс есть. Наверное, стоит. Давай так. Ну, так уже. Так он уже сворачивается. Уже неплохо. Но он меня не бьет на то большое количество урона. Так, давай возьмем тебя. Давай потянем кучу карт. Я бы хотел разыграть апофеоз. Наверное. Тебя, наверное, разыграть не смогу. Можешь ли оставить не разыгрывать, тогда у меня будет тройка. Так, он мне бьет на 9. А, давай пока так. Так, нам защиты хватает. Так, когда я плохой джокер. Шестерка. Отлично, две пары есть. Теперь тянем. Что мы получили? Мы получили фулл хаус. Почему фулл хаус? Потому что три шестерки. Это, конечно, круто. Но, наверное... То, что нам подходит, надо что-то. Давай, команда, бросим тебя, тебя. И тебя. У нас есть просто еще один magic trick. Вот. Итак, на этом тоже full house. Но этот хаос, он уже лучше. Вот это нам защита. Так, 6, 6, 6. 5, 5, 5. Почему 3, 4, 5, 6? А, ну потому что двойки нет. Ладно, тройку убираем. Четверку убираем. А под хил на 5, наверное, пока тоже убираем. Все. 12. 12 маловато, конечно. Ну ладно. Так, давайте потянем две карты. Так, Морган вышел. Давайте возьмем себе еще дочку. Так, у нас есть две пары. В принципе, но это 25. Этого недостаточно. Этого недостаточно. Вот, наверное, поступил построить потянуть двойку. Этого 27. Этого достаточно. Добрый день, Поман 84. Возможно, Роман 84. Рад тебя видеть. Так. 27. Ну, это как раз мы нанесем немножко урона, он как раз свернется. Нужно ли мулиганить? А давайте немножко помулиганим. Хотя... Подожди. Не, хотя есть большая вероятность, что мне выпадет нужная карта. Ну, давай. Мементо. Не выпало.
Он же сейчас не сворачивается. Что же я наделал? Зря. Вот так вот пожадничал. Не стоило жадничать, признаю. Так, он сейчас у меня атакует, потом можно разыграть тебя, чтобы избавиться от этой карты. Отвратительная карта. Так, за каждую пику, говорит. Вот за каждую трефу. Есть трефу? Есть трефу. Десяточка треф есть. Да, мы тебе еще потянем. И потянем еще. Я подумаю, что мы хотим сбросить. Что у нас набирается? У нас две пары есть. Поэтому, так как эти карты мы разыграть не можем, мы их сбросим. А две пары, это очевидно 2-2 и 5-5. Слушай, ну с другой стороны, это позволит нам немножко подлечиться. Да, тебя сбросим. Десятка треф нам явно пригодится в конце. А вот так, наверное, оставим. Немножко подлечимся. А поиграть-то определенно стоит. В любом случае будет очень интересно. Мы играем Cross Slay the Spire. Это один из, считается, уже классических карточных рогаликов. Вот. Действительно, тут стоит 71 мод. Собственно, я сейчас пытаюсь походить каждым новым персонажем, который создали уже другие игроки. Это безумно интересно. По крайней мере, мне. Так, у меня стрит. А почему стрит? Давайте считать стрит. 7, 6, 5, 4, 3... Окей, значит, шестерку убираем. А двойки. Давай проверим сейчас. 7, 6, 5, 4, 3. Двойки убираем. Вроде так. Все еще стоит. Все. Так. Ух, какие карты. Десятка пик. 10 защиты дает просто так. А если комбинацию соберем, то будет давать еще больше. Отлично. Девятка пик чуть хуже. А восьмерка треф, конечно, хороша. И у нас даже есть две карты на трефы. Блин, да, вот. Танец треф есть. А где-то еще было? А, была, наверное, раньше. В прошлом забеге. Ладно. Или она спряталась вот сюда. Мне кажется, чего-то не хватает. Потому что, на самом деле, у меня две карты Magic Trick. Но они решили такие... Мы тут займемся, видимо, чем-то непотребным. Знаешь, от Т20 мне сейчас пользы, наверное, не так уж много. Он меня может отличить, конечно. Но всякая слабость, уязвимость... Не то, наверное, что хотелось бы. Так, что у нас здесь? Корень Крэгла. Дает энергию в начале хода. Каждый ход — первая карта, которая берется... Из стопки добора повышает свою стоимость на единичку. Нет. Слушай, терять силу в начале боя. Наверное, не так уж и страшно. С другой стороны, зачем мне энергия, когда могу получать больше реликвий? Пойдем в город. Да, карты периодически багуются, это не страшно. А в покер я играл последний раз очень давно, но правила очень простые. На руке ты собираешь комбинацию из 5 карт. А в Амаха покере у тебя 2 карты лежат на столе, они общие для всех. Ты берешь себе 3 карты лежат на столе, ты берешь себе 2 и сравниваешь. И какие есть комбинации? Как бы есть обычная пара, отсутствие комбинации самое плохое. Значит, идет пара, 2 пары, тройка, стрит, когда ряд идет по возрастанию, фулл хаус, когда у тебя есть пара и тройка. 4 одного типа, а 5 одного типа обычно в обычной карточной игре не встречается. Есть флэш, когда все карты одной масти, и есть стрит флэш в обычном покере, когда все карты одной масти и все идут по порядочку. Это считается, по-моему, самое высокое. Есть, по-моему, Royal Street Flash, это когда там еще включаются король, дама, валет, десятка туз. Вот.
В обычном Slay the Spire, конечно, такого ничего нету. Это вот все добавился персонаж игрок в покер, который зачем-то забрел в шпиль. И решил посмотреть, а что ему за это будет. Ой. Вот, наверное, не очень хорошо. Он получает урон от атак. И это будет очень плохо, потому что урона от атак я особо не наложу. Я наложу урон картами. Это не считается уроном от атак. Что печально. Так. Потяни карту, наноси 10 урона за каждый трифу в своей руке. У меня нет одной трифа. Ну ладно. Мне сейчас абсолютно верно. У меня сейчас пара 4-4. Также он меня подсвечивает здесь, в этом счетчике. Можно кого-нибудь перетащить. Опа, здесь висит. Это как игрок в покер, то в зависимости от масти, у него разная карта дает разный эффект. Червы лечат, пики, похоже на щиты, дают щиты. Трефы дают урон каждому противнику. Всем противникам. А бубы бьют того, у кого меньше всего здоровья. Вот, ну сейчас вариант немного. Давайте нанесем тебе урон. Тихонько. Вот, и уже вышло 4, 5, 6. Была бы еще хоть одна карта. Троечка, например. Было бы хорошо. Ну, слушай. Это вот ты правильно заметил, да. То есть я их уронить не смогу. По идее, в обычной игре, если ты им 3 урона атаки наносишь, они падают. И потом в обороке валяются, тебя не атакуют, не усиливаются. Вот. А тут... Ну и я им наношу в 2 раза меньше урона. А сейчас, так я наношу урон не от атак, мой урон тоже уменьшаться не будет. Ну давай, D20, да. Спасибо, на одну карту меньше. Все, я проиграл. Я могу сдаваться. Полагаю. Ладно, может пока еще рано сдаваться? Но как мне собрать комбинацию из 5 карт, когда из этого кубика, который очень любит джедай, это реликвия, которая мне подается очень часто, и которая очень часто мне выпадает совсем не той гранью, которой мне хотелось бы. Вот. Как мне собирать хорошие карты? Как мне собирать хорошую комбинацию? Когда у меня 4 карты в ход приходят. Я зарекся как-то слушать и применять кубик. Ну хотя вот 19 защиты. Как-то немножко набрал. Ну вот что это? Ну ладно, у меня есть навык, который позволяет добавить одну трефу. Что это будет? О, из пяти это хорошо. А что можем добавить? Если мы добавим еще одну четверку? Ну... Это, конечно, будет у нас 2 тройки. Вот, 2 пары. А 2 пары это она будет носить на 50 больше. Давай все-таки 8 добавим. Мне кажется, это будет эффективнее. Ну, стоит еще что-то тянуть. Наверное. А давай. Надо было менять другую карту. Тогда была бы тройка. А тут не угадаешь. С другой стороны. Ну вон. Почти. Может, надо было еще ролить. Вместо лечения надо было ролить, хотя бы один урон выпал бы, уже было бы неплохо. Ну ладно. Давайте подтянем себе кучу карт. Видим, что как бы эти карты нам не очень-то и нужны. Ладно, эта карта нужна, она мне нравится. Тебя, наверное, оставлю. Так, давай плохой Джокер, он даст мне 9. А, пойдет. Раз. Ладно, более-менее живой. Ну что это такое? Ну это, конечно, карты, но почему они такие маленькие? Не хочу. Давайте мне что-нибудь побольше. Видео меня прокрыло. Возьму услуги по снятию перча. Желательно бы бесплатно. Так. Они собирают меня атаковать на 20, поэтому это будет на щит на 9. Это будет 16 щитов. В принципе, хоть что-то, да?
плюс немножко подлечимся. Ну давай. Включай на обычное зелье. Спасибо, кубик. Слушай, тогда мы можем сделать даже вот так. Полечиться чуть лучше. Нанести чуть больше урона. И почти полностью защититься. Да, у меня две пары. Все абсолютно верно. Так, теперь... давай потянем карту. Посмотрим, что выпало. Наверное, ничего полезного не выпало. Но можем сейчас замолиганить. Вот вопрос на что? У нас много пик. У нас много пик. Они сейчас начнут бегать. Единичку оставить или нет? Так, наверное, лучше сбросить. У меня много тут троек. Троек-четверок, поэтому давай так. Так, с другой стороны. Вот если мне сейчас придет двоечка... О, если мне сейчас придет... Пятерочка нужна еще. Нужна пятерочка, пятерочка нет. Ладно. Давай так. И, в принципе, двойка есть. Уверенно, что он вытянется от трефа. Довольно мало. Весьма мало, но... Зато 11 защиты, конечно, есть. А так все довольно печально. Ладно. Ничего. Почти добили. Так, сейчас они бьют третий раз и начинают убегать. Так, давай тебе. Теперь... Я потянул все равно две карты, даже если разыграю тебя с единичкой. Вот, вода. Наверное, тебя. Отлично. У нас есть одна тройка. Проценты на мастях. Это в зависимости от комбинации, которую я собираю. Если ничего не собрал, то усиления нету. Сейчас у меня есть тройка, поэтому я в два раза больше буду наносить урона. Ну, в два раза больше эффект от карт. В данном случае я получу 6 щита, 28 урона всем и 6 урона, если кто-то еще останется, того, кто, у кого будет больше всего здоровья. Ну, я полагаю, никто не останется. Отлично, вернули свое золото, 10 золота сверху. Он издевается. Почему он не полагает такие низкие карты? Ну, давай. У меня, по идее, вот алюминиевая фольга, и хорошо, они будут улучшены, более высокого качества. Не похоже, что у меня карты улучшены более высокого качества. Улучшенная карта. Если брать обычную. А, он мне не даст показать. Наверное, даст. Даст показать. Ну вот. Вот, например. Высокое качество карта. А, двойки, тройки. Какое же это более высокое качество? Так. Ладно, улучшаем принтер, наверное. Пойдем в магазин. Что у нас в магазине? Стрела есть. А, я так ее не бью. Когда убираю карты из колоды, увеличиваю максимум здоровья. Но карты из колоды я почти никогда не убираю. Я довольно сложно. А как это работает? Кто знает, как сработает камень глифа? Который обычно трансформирует обычные удары и обороны, если у меня в руке нет обычных ударов и оборон. Так, два трюка все-таки, два трюка решили объединиться. Мне бы, я бы, конечно, хотел, чтобы он взял какие-нибудь две единички, их превратил во что-нибудь более полезное.
Но вот я не знаю, что он возьмет. И во что он его превратит. Поэтому немножко боязно. С другой стороны, я могу взять себе талант, с помощью которого теперь трефы будут у меня намного более полезны. Они будут давать мне еще два блока в качестве дополнительного эффекта. Хотя дорого. Хотя дорого. Ну, давай. Пойдем, будем собирать колоду из трев. Что у нас здесь? Здесь у нас кирпич. Кирпич я положил дикую карту. Это хорошо. Сейчас, наверное, туда положу... Наверное, апофеоз. Апофеоз пригодится любому герою. Позволяет улучшать карты. Теперь давай посмотрим новую карту, которую я взял. Туз, он позволяет еще при этом тянуть карту. Да. То есть, да. Значит, все правильно сделал я, что не стал покупать эту реликвию. Так, энциклопедия. Какая же ты противная. Страшная штука. Я, конечно, хочу с тебя дополнительную реликвию, но... Конечно, ты страшная. Так. Наверное, стоит разыграть тебя в самом начале. Вон, давай сперва... Удар. Магический трюк. Да, тогда вот сейчас... Вот так, что-нибудь хорошее. Ну, почти. Что у нас? Одна пара. А даст нам 15. Ну, 15 щит нам пока хватит, конечно. Давайте посмотрим, любит ли нас кубик. Верьте факт. Повезло. Принтер. Да, надо было, наверное, принтер улучшать. Тут такое. Так. В принципе, такие таланты тоже надо улучшать, потому что так он уходит. И все. Так, ну давай потянем карту. Что-то такое. Ну так, хотя бы 14 защиты. Теперь уже можно взять. И если мы наберем когда-нибудь стрит, все карты по порядочку, это было бы неплохо, но пока мы набрали себе 4 урона в лицо. Принтер. Ну. 21 урон в лицо. Вот. Куда это годится? Ладно. Апофеоз. Плюс принтер. Плюс... Дикая карта и... Так как я тебе 123 урона никак не нанесу, я наверное возьму максимум щитов, которые могу. Ну, потому что лучшее, что я могу сделать в данной ситуации. Так, теперь у нас есть две пары. У нас есть две пары. Давай потянем что-нибудь еще. О, еще одна шестерка. И это хорошо, это фулл хаус. Это 22 защиты и 30 урона и подхил. Окей. Так, все еще живем. Все еще живем. Так, дай-ка мы мулиган. 30 урона. Мужская противная эта энциклопедия. Так, посмотрим. Слушай, ну смотри, у нас сейчас есть 3, 4, 5, 6. Есть у нас сейчас будет семерка? Семерка есть? Семерка есть. Берем семерку. Есть. И стрит. А стрит означает, что мы берем 50 защиты и 50 урона. Нет, даже 75 урона. А, отлично. Принимаем. Фух, я уже думал, я проиграю сейчас. Так. Давай-ка разыграем тебя. Оп. Теперь они мне дают еще... Не просто урон всем, но и защита. Так.
Давай потянем тебя. На что есть? У нас есть 2 шестерки, 2 3. Нам достаточно еще немножко урона. Немножко урона мы, в принципе, можем легко носить. Так. Я думаю, этого будет достаточно. Давай даже тебя сбросим. Мне, конечно, очень интересно, смогу ли я сделать себе флэш. Но в то же время очень страшно это делать. Давайте пока этого делать не буду. Так, щит из чешуи виверна. Когда блокирую атаку, если щит равна урону, то столько же урон носим атакующему. Ну, в целом неплохо. Якорь очень хорошо. Ловкость бесполезна. Продвижение. Увеличьте ранг всех покерных карт на единичку до конца битвы. Всех. И он подчеркнул, что именно всех. То есть десятки станут валетами. Правильно? А якорь дает мне 10 защиты. В первом ходу. Так, либо взять тебя. Буду получать себе случайные трефы. Случайные трефы — это хорошо, но то, что они эфирные, это не так хорошо. Ну или продвижение, повышать себе карты. Покерная карта. А покерные карты — это именно карты с мастями. Так. Танец треф. По-моему, еще один. Или первый. Да, еще один. Ой. Что-то им совсем нехорошо. Они уже под дикую карту влезут. Ну, бывает. Да, это как апофеоз. Он сжигается и улучшает не все. Наверное, нет. Так, ну, холстерком точно не надо. Возьмем тебя. Потому что у нас есть один талант, который бафает трефы. Поэтому, наверное, так будет лучше. И пойдем, наверное, через костер. И в этот раз придется отдыхать. Как-то мало здоровья, довольно страшно. Пойдем сюда. Что здесь? Йо-йо. Карта, которая никогда не попадет в стопку сброса. То есть поток ее разыграю, но будешь заметить, что в стопку добора. Ну, я бы хотел, чтобы это было вот это. Это весело. Это весело. И, наверное, я так и сделаю. Давай. Ну, принтер на 10, да. Я помню про принтер. Ограбить. Нет, давай за 85 золота дашь мне реликвию. Не помню, что за реликвию ты даешь, но зачем грабить? Сейчас будет у нас лишняя карта. Рубкость на нас не так сильно влияет, что мы особо атаками-то не сильно атакуем. Но стыд, это противно. С другой стороны, у нас рядышком есть магазин. Не можно от стыда избавиться. Может, рискнуть? Давай посмотрим. Хотя здесь элита. Не, на элиту со стыдом мне неохота идти. Дополнительная колода. Не надо. Давайте не будем. Ужас какой. Я потерял 85 монет. Я бы сказал, что меня ограбили. Она сжигается? Серьезно? Да? Да? Подожди, подожди. Неужели она сжигается? Черт, она сжигается. А-а-а. Да. Я это... Кажется, я все сделал неправильно. Упс. Я признаю свою ошибку. Пожалуйста, так не делайте. Так, улучшаем все карты. Кроме десяток, конечно же. Теперь тянем карты. Смотрим, что мы хотим. Запасываем мемента, сбрасываем. Так, ну у нас джоггера можно оставить, наверное. Пытаться вытащить что-нибудь, что позволит объединить вот это вот все. А тебя точно надо сбросить. Теперь давай Bad Joker на... Во. Во, еще одна десяточка. Уже пара. Уже пара.
Это хорошо. И давай, может, попробуем тебя поменять на что-нибудь не такое. Ладно, это крутая карта. Но она крутая карта, когда я сам ее разыгрываю. Кубик заточен. Как-то я тебе не верю, но... Ну, вообще-то, ты можешь, какие карты у меня выпадают. Возможно, кубик и затащит. Так, ну, давай вот это вот поменяем. Ну, это, в принципе, неплохо. Давай тебя. Так. Что нам сейчас надо? 10 защиты есть. А давай нам 10 треф. Во. Десятку треф. Я думаю, нам пригодится. И вместо тройки... Давай попробуем что-нибудь достать получше. Во! Во! Классно. Тройка выпала. Это означает, что у нас 16 защиты. Мы все блокируем. И наносим 28 урона. Да? Хорошо. А, кубик. Кубик. Забывай про кубик. Ой. А че это вы меня это связали? Че это я не могу атаки разыгрывать? Кто из вас это сделал? Это ты сделал. Не делай так. Не нравится. Давай 10 урона всем. Смогу ли я как-нибудь еще? Техническая шестерка есть еще. У меня еще есть шанс вырулить. Ну, давай попробуем вытянуть шестерку. Бывает же такое. Хорошо, наверное, на этом остановимся. Ну, давайте используем штуку с ловкостью. Нам, конечно, не сработает. Она не сработала. Не для меня все эти тели. По большей части. Но... Я могу добавить себе одну трефу. Я могу вытянуть кучу карт. Ага. Слушай, ну если я могу себе добавить одну трефу... Может быть, еще бы Джокер даст мне какую-нибудь трефу. Давай запросим тебя. Стоит ли сбрасывать двойку? Здесь одна трефа есть гарантирована. Здесь... Может быть... Давай так. Так, давай нам какую-нибудь хорошую трефу. Во, десяточку. Я думаю, подойдет. Давай. Уже 22 урона всем, это всех уже убивает. Но... Давай так и какую-нибудь. Правильно, зачем мне трефа? К счастью, мне 22 урона всем хватает. Давай, кубик. Второй шанс. Спасибо, кубик. Кубик неплохо себя показал. Так, 1, 2, 3, 7, 8, 10. Так, но могу я подлечить кубик. Ладно, зелофон. Выберу карту стоимостью 0 или 1 энергию. Стоимость карты становится X. Там вот тратить всю энергию, все эффекты срабатывать X раз. А есть у меня такая? С другой стороны, я могу тот же Fold взять. Трачу 2 энергии, получаю 32 блока, сбрасываю все карты. Опа, слушай, а ты прав. А ты прав. Ты прав, ты прав. Так. Четверочку. Ну что, трефу надо брать. Так, что дает трейдерс? Первый раз, когда я тяну статус, или проклятие в каждой битве, она сжигается, и я тяну одну карту. Это неплохо. Дело в том, что у меня первые 6 статусов, они сжигаются. Это позволит мне сжигать еще один статус. 7-й, видимо, если дойдем. Ну, давай, значит, апофеоз. Посмотрим, каково это жить.
Пойдем сюда. Пока все довольно неплохо. Давай, значит, бэт-джокер. Семерочку. Magic Trick, в принципе, хотелось бы. Да, давай Magic Trick. Хорошо, сбрасываем тебя. И у нас, собственно, есть трефы, есть пики. О, есть трефы, есть боба. Так, 4-4 есть. Тебя, наверное, можно сбросить. Вот, давай тебя. И что-то еще. А вот дальше, что еще сбрасывать, это вопрос. По идее, даже хочу разыграть овердил, чтобы потянуть, чтобы добавить 3 карты себе в колоду. Обычно 3 сильные карты. Так, ну от чего тогда избавиться? Четверку. Четверки, пятерки у меня есть. Ну, давай попробуем от пятерки избавиться. Окей. Так, давай овердил. Сперва вынесем жрицу. Ох, как хорошо. Аж 2 пары набралось. Я 9 сердец, наверное, оставлю. Чтобы хорошенько отличиться на 12. Наверное, да? Так, завершаем. И нам надо что? Нам надо оставить все 2 пары. Так, у нас что это? Это пара четверки и семерки. Значит, шестерку и восьмерку, наверное, можно сбросить. Ну, была бы пятерка, да, было бы лучше. С другой стороны, я бы, может, наносил бы большую урону. Ну, не, я лучше на 13 подлечусь. Но, с другой стороны, они меня будут бить на 20. Это больно. Когда тебя бьют на 20, это больно. А я с этим особо ничего не сделаю, да? Даже если оставлю тебя, в принципе, суммарно это будет 50. То есть даже если я сброшу тебя, например, мне не хватит урона, чтобы хотя бы вынести жрицу. Правильно? Так, посмотрим. 40... 44 урона. Недостаточно. Недостаточно. Ладно. Тогда возьмем хотя бы немного отхил. Так. Значит. Чемано. А вот так. А что делать пятерка в 2.20? Напомни, пожалуйста. Так. Давай потянем карту. Так, ну... Теперь трефы мне, конечно, дают защиту, но проблема в том, что у меня ни одной трефы нету. Есть 1, 2, 3. И все. Можем потянуть карту. Значит, тебя, по идее, как-нибудь улучшить. Ну, хотя бы просто потянуть карту, наверное, стоит. Треф. Вовремя. Ну, давай. Хотя бы 9. Ну давай так быть кубик. Критическая неудача. Вживленная. Не может быть удалена из колоды. Спасибо, кубик. Почему ж ты мне на 20-ку не выпадаешь? Солнышко-то наше. Он еще отличил. Кубик, имба, но он не в ту сторону воюет. Вот в чем проблема. Так, десяточку тебя, да. И можем взять еще одну десяточку. Ну, давай возьмем еще одну десяточку треф, конечно же. И знаете что? Знаете что? Не, не получилось. Ну, хотя бы тройка. Уже неплохо. Рик играет.
А, ну теперь да, он будет этим это проклятие сжигать. В принципе, да. Нет, не так все плохо. А, давай так. И давай мулиган. 1, 2, 3. Есть 3, 5. Апофеоз. Но энергии нету. То есть явно будет тройка. Явно будет тройка. Но давай. Давай рискнуть. Давай рискнем. Зачем рискнуть? Не ясно. Мы можем улучшить, конечно. Поскольку. Если я использую апофеоз на просто зелофон, он просто сгорит, правильно? Правильно. Потом просто наносим 10 урона, получаем 18 урона по лицу. Ну, что поделать. Ладно, пора что-то делать хорошее, наверное. Так, девятку. Magic trick. Апофеоз хочу сбросить. Лобданс хочу сбросить. Чем это по урону? 12 урона. 36 защиты. А что у меня? Потому что пара. Пара чего? Пара четверок. Значит, единичку хочу сбросить. Завершаем. Так. Ну давай стрит. Ну давай мулиган. И давай на этом закончим. Давай так. Так, единичка треф. Он издевается. Следующий X ходов получаете 2 энергии. Вы можете увеличить ранг одной карты на X. Слушай, неплохо. Неплохо. Давай возьмем. Я не обещаю, что буду играть. Мне теперь вспомнить, а сколько стоит у нас вещество X. Скорее всего, стоит больше, чем 187 монет. Как бы я не хотел сюда идти. Ладно, пойду сюда. Но там враг. Быстро, тут нет боя. Давай пойдем сюда. А тут магазин. Ну, как бы... Я выбираю карту. Она сожгется, когда вытянется в конце битвы. Положу в бутылочку и дополнительную карту. Не. Примерно 150, говорят знающие люди. Стоит нужный мне артефакт. А, наверное, тогда пока я оставлю деньги у себя. Постараюсь его найти где-нибудь. Ну что, очень хочу. Очень хочу. Так. И, наверное, хочу улучшить все карты до конца боя на 3. Это сейчас мне даст кучу защиты. И вообще все карты у меня будут хорошие. Поэтому, да, давай. Ей! Да, но разброс там бывает разный. И вот это вот пугает. Так. Давай нам карту. Давай нам карту, наверное. А, может быть, взять шестерку? Можем взять шестерку. Просто чтобы скомбить. И можем взять... надо было взять брать восьмерку. Давай так. Так, 4, 5, 6, 7. Какая вероятность, что мы вытащим 8? Ну, не такая уж и большая, хотя 2 восьмерки у нас есть.
целом 8 защиты мы уже получаем. Я думаю, она пока хватит. Страдай, говорит. Но буду страдать, что делать. Почему две карты вот? Еще карту потяну. Девяточку. И... А, вот здесь сложнее. Ну, давай, наверное, еще одну девяточку. Так у вас будет пара. Так, теперь давай... Принтер. И тебя. Эх. Немножко не получилось. Но в целом... 11, 31 урона. Маловато будет. Маловато. Он меня, конечно, не убивает, но я почти при смерти. А что у нас? У нас всего лишь пара. Пара чего? Пара восьмерок. Тебя можно сбросить. Ведь. Три здоровья. Страшно. Так, давай потянем карту. Уже карта вся отличная. Но почему нет, не спасает? Так, а что у нас сейчас? У нас сейчас две пары. Две пары — это две семерки, две пятерки. В принципе, немножко подачимся. Это просто месть. Да, по идее, трефа мне так ждут щиты. Это можно сделать так. Две пятерки и две семерки. Все. Как-то справились. Ударное зелье. Ну давай. И что здесь? Нет, это страшно. Это может быть полезно. Давайте отдыхать всеми силами. У нас половина здоровья. И против нас коллекционер. Ну что ж, пока он задумался. Пока он хорошо задумался. Надо, наверное, сделать... Так. Так, у нас есть 30 урона. Каждый магазин. Опустошает магазин и дает одничку силы за каждую убранную патрон. У меня патронов нет. Есть 6 урона тут за каждую пушку. Нет. И штука с модификаторами. Давай тебя возьмем. Мы тебя первый раз разыграем, 30 урон нанесем. Можешь и больше. А теперь... Апофеоз! Так, все. И... Тебя? Тебя, чтобы просто 60 урона нанести. Все. Мне кажется, самое выгодное, что мы могли сделать. И даже сейчас еще 11 урона нанесем. Он призывает миньонов. Тебя разыграть. Но тогда мне не хватит на магический трюк. Давай попробуем тебя. И мне придется попробовать отложить.
Так, принтер мы явно играем. Так. А, ну вот, все равно тебя придется бросить. Так. Можем вытащить себе случайно Реофон об этой фирмы. Или потянуть еще две карты. 6, 6, 10. Давай пока, наверное, вот так. Так, нанесем 17 урона тебе. Еще две карты. И это у нас пара. Всего лишь. Всего лишь пара. Пара чего? Пара шестерок. Окей. Ну, 20 блоков у нас есть. Окей. Так, теперь здесь... 6, 8, 5. А, давай потянем всякого. А, мулигал. Ну, вердил, наверное. Клапшейт, наверное, сбросим. Да. Давай тебя сбросим. А здесь, наверное, возьмем еще одну восьмерку. Вопрос, восьмерку чего? Наверное... Восьмерку пик. Потому что он собирается бить меня 21. Или восьмерку треф взять, чтобы отделаться от тебя гарантированно. С другой стороны, если у меня будет тройка, у меня будет эффективнее в два раза, это будет 14. В принципе, я думаю, справлюсь. И здесь будет больше урона. Поэтому да, давай просто восьмерку пик. Восьмерка пик. 28 защиты. И 32 урона. Тебя. Кубик. А кубик все, я уже больше не могу бросать кубик. Я критический промах выбросил. Все, а теперь на единичке. Так и висит до конца забега. Так, сюда плохой джокер. Давай, наверное, девятку. Вообще обидно. Ладно, мы так делали только один раз. Но так любит делать. Так, а давай еще. Эфирная девятка. Слушай, ну подлечиться сейчас. У нас, в принципе, две пары есть. Думаю, неплохо. Поэтому на 13 подлечимся. Это у нас будет почти полное здоровье. Думаю, да. Так, завершаем. Так, а что у нас пара? Семерка и девятка. Значит, тройку и пятерку, наверное, можем сбросить. Хорошо. Не очень хорошо. Ну, в принципе, какое дело. У меня вот сейчас что? У меня сейчас снова две пары. Но пока там задумался, я могу ударить тебя на... 22 всего. А зачем? Давай-ка потянем что-нибудь более эффективное. Давай. Да. Уже на 57 будем бить. Уже хорошо. И теперь у нас full house. Я думаю, full house стоит оставить. Подумаем, что сейчас. Сейчас у нас уже две восьмерки есть. А, давай посмотрим, что здесь. Кем эти восьмерки? О, есть восьмерка. И есть восьмерка, это хорошо. И у нас есть три восьмерки. И если шанс, что мы дойдем, возьмем какую-нибудь еще восьмерку. В принципе, восьмерки здесь есть. Три восьмерки, 26 урона всем. А,
Давай тебя и, наверное, пятерочку на то. Давай так вот. Можно было лучше. Можно было лучше. Чем вот это вот все. Ладно. Какой ранг хочу? У тебя хочу. До восьмерки? А, давай. Уж от 4 восьмерки. Ладно, 4 восьмерки это нормально. Это почти же. Это живем. Это я вас убиваю, тебе урон наношу. В принципе, можно вытянуть еще одну карту. Давайте. Еще чуть больше урон. Хорошо. Так, потянем карты. 10 пик. А зачем нам сейчас 10 пик? Ну, потому что она десятка. Ну, ладно, потому что она десятка, возьмем. Ладно. Еще одна десятка. Зачем у нас только десяток? Вопрос, конечно, отдельный. А, давай так. Две десятки, две восьмерки. Давай так и оставим. Конец. Готово. Так. Девятка побей. Карта, чтобы тянуть три карты, либо семерка побей. Возьмем девятку. Это пока рано поздравлять. И спасибо большое. Но перед нами еще последний босс. Так, дает энергию, заменяет две случайные, обычные или необычные реликвии. Ну, что из вас является? Наверное, нет? А, да лучше возьмем счастливый клевер. Может быть энергия, может и не будет. Ой-ой, я покраснею прям. Боже, величайший. Так, теперь я хочу пройтись по магазинам. Наверное, вот по этим двум магазинам пройдусь. В надежде найти вещество X. Я надеюсь, что оно будет где-то в магазине. Возможно, где-то, конечно, в событии попадется. Я его как раз попащу, но... Понадеемся на лучшее. Так не проще проверить единички и двоечки в самом начале. Так, ну, как минимум теперь. Так. 18 ровно карта. Прошу прощения. Так. 7 защиты. Почему карты такие маленькие? Спрашивается. Ну, в принципе, у меня 10 защиты есть. Я думаю, можем. Только так. Это, конечно, все интересно. Но кто ж одновременно дает мне апофеоз и овердил в руку там? Я бы хотел все улучшить. К тому же у меня дополнительная энергия есть. Я бы все улучшил аж 5 раз. Могу я получу 36 урона. 36 урона я получать не хочу. Что делать? Можно потянуть 5 карт. Опять же. Да, 5 карт. Может тянуть не 5 карт. Можно раскрыть таланты, потянуть 4 карты, например. Вот покажутся 2 десятки, что в целом неплохо. Ну, давай. Одна пара. На этом пока завершаем. Это будет больно? Это больно, да. Так, ну...
Давай, Пен Джокер. Ну, давай тебя. Давай Magic Trick. Хочу сбросить. Моменты хочу сбросить определенно. На фигуры хочу оставить. И... давай две тройки сбросить. Хотя троек у меня пока много. Ладно. Да ладно. Давай тебя сбросим. Тебя возьмем на десятку треф. И одному не повезется. Мёрт тебя до шестерки. Все, теперь две пары. Так. Love Dance. Десяточка. Это уже 16 урона всем. И тянем еще. Так, а что у нас сейчас? 24 урона всем. Две пары. Так, две пары чего? А, двойки и четверки. Ну, попробуем вот так делать. Теперь попробуем тройку поменять. Есть урона за каждую трефу. Давай тебе, значит. Так. Давай мульгом. Да, пока все оставим. А, карт принтер пришел. Ну, в принципе, 14 урона всем. Тебя сносим. Да, мы выигрываем. Так, зелье таланта. Это хорошо. Широкая зертанта еще лучше. 5 пик лучше, чем единичка и двойка. По 5 треф. Пойдем в магазин. Посмотрим вещество X. Нету вещества X, есть. Входя в комнату, знак вопроса, есть 40% шанс, что все соединенные комнаты станут комнатами со знаком вопросов. Интересная вещь. Слушай, ну давай. Хотя, слушай, тогда этот магазин может перестать быть магазином, правильно? Полотенце. Полотенце. Магазин. Вещество X? Нет. Зачем вещество X? Так, когда я удаляю улучшенную карту из своей колоды, улучшаю две случайные карты. Вот вопрос. У этого персонажа обычная карта двойка, она считается улучшенной? Может, по факту двойка — это улучшенная единичка. А десятка — это 10 раз улучшенная единичка. Но судя по тому, что десятка только подсвечена зелененьким, только десятка считается улучшенной. Избавляться от десяточек я не хочу. Так, их лесовое питание? Нет. Не хочу. Пики дают два блока в качестве дополнительного бонуса. Это, конечно, неплохо. Но, наверное, нет. Хочу ее избавиться от какой-то карты. Наверное, от единички можно было бы избавиться от какой-нибудь. Правильно? Можно было бы избавиться от единички. Ну ладно. Давайте пока ведем, пойдем мимо. Там сейчас десятка есть. У него десятка есть. Остаться... не. Не, я хочу вещество X. Я хочу вещество X. Шепчущие голоса, карты безумия, муки. Начальная. Не. Лечиться я хочу, но получать все начальные муки, которые будут мешать мне. Я не хочу. Пойдем сюда. 29 здоровья. Давай покуем. Покуем, покуем, но...
Поінтерпакуємо. Здравствуй, мимик. Хотел бы сказать, что давно тебя не видел. Хотел бы сказать, что я соскучился, но это все будет неправдой. Что у нас есть? У нас есть эфирная девятка. Давай тебя возьмем. Давай, наверное, так. Что у нас есть? Добытно 2 блока будут давать. То есть добытно 4 блока будут давать за каждую трефу. А, нужны снеки. Тяни одну карту. Ты считаешь, что у тебя флеш, если есть 4 или больше по экрана карт одной масти. А флеш что? Ну тут 4 или более. То есть хотя бы 4 уже будет флеш. А, флеш нам 150, ну не так сильно. Либо тебя. Заточенный. А мои бубы наносят на 2 больше урона в течение показа. Не, вывезем тебя. У нас... Так. Давай возьмем тебя. Наверное. Шестерки. Хотелось бы, конечно, улучшить. Но... Ладно, давай шестерки. Пойдем сюда. И сбрасываем тебя. 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 То у нас получается всего лишь одна пара. Но зато мы теперь получаем кучу защиты. И еще больше защиты. Лучше 7 копеек. Может нет. Класс. Мульган. Нет, да, Magic Tag. Так, у меня остается одна энергия, поэтому я могу себе позволить искать Wild Card. Так, у меня здесь получается 2, 3, 4. Мне пятерочка нужна. То есть можно избавиться от двоечки. У меня будет 3, 4, 5, 6, 7. Я думаю, это будет неплохо. Наверное, решил это же так. Теперь возьмем себе пятерочку треф. Ну? Я же не ошибся. Я не ошибся. Завершить. 110 защиты. Классно же. Оп. Кому надо больше пик, обращайтесь. Так. Ну давай. Не. Да, положим десяточку наверх. Хотя в смысле наверх, вот оно. Так, у меня 2 пары. 2 пары и десяточка. Десяточка мне сейчас не нужна. Мне, по идее, вот эти 2 шестерки тоже не нужны. Но их как-нибудь на что-нибудь попробуем заменить. Ну или нет. Или нет. Просто будет больше десяточка. Атакует на 48. Это неприятно. Так, что делать? По-хорошему бы защищаться. Но как? А, что у меня тут? У меня тут одни бубы, да червы. Вот трефы есть, конечно. Поверенность, что вытянут трефы.
небольшая, но... Давай попробуем. Да, есть. Давай сейчас, наверное, девяточку. Ну, будет девяточка. Будет девяточка. Отлично. Тебе 18 защиты. Теперь улучшаем все. 21 защиты. А, хоть что-то. Ух. Неприятно. Неприятно. Ладно. Смотрим, что у нас здесь. О, давай девяточку. Это неплохо. Слушай, это неплохо. Это там 6 защиты уже. Давай так и тебя. Так, 3, 4, 6, 7. Да попробуем 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сможем, не? Наверное, нет. Так, 4, 6, 7. 4, 5, где? Нам не хватает 5, 6, 7, 8, 9. По-вашему. То есть нам бы девятка тоже не нужна. Похоже, на этом все. Или сможем еще. 4, 5, 6, 7. Можем, либо мы еще вытянуть где-нибудь карту. Но, похоже, вытянуть карту мы не сможем никак. 10 защиты явно недостаточно. Ладно. Пойдем так. Ну, 16 защиты уже лучше. Уже хотя бы пара. Уже живем. Уже живем. Так. Возьмем какую-нибудь карту. Возьмем, наверное, восьмерочку. Плюс возьмем тебя. Что я хочу положить наверх? Да, на самом деле, без разницы. Я все равно сейчас вытяну. Разыграв вот так. Вытяну две карты. Так, вот 37 брони, это неплохо. У нас одна пара. Пара... Чего? Пара двоек. Восьма двоек попробуем заметить на шестерку. Так, у нас еще получается 5, 6, 7, 8. Надо будет тебя заметить на что-то. Ну, пара. По-прежнему пара. Да, давай. Тебя убирать. Так. Как-то раньше оно все проще шло. Но... Мы потянем карты. Сбросим всяко. А, наверное, еще один. Малышки только сбросим. Еще что-то. А, давай четверку сбросим. Теперь тянем карту. Десятка, к сожалению, нет, но есть шестерка. Шестерка есть. Теперь тянем карту. Вот десятка. И я думаю, этого хватает. Хаос. Так, как-то это было тяжело. Берем бронзовую чешую и смотрим. О, 8. 8 пик, это хорошо. С двумя здоровьями я сюда не хочу. Хочу лечиться. Нестящая бездушка, это ритуал. Дает 12 золота, если я заканчиваю битву, не теряя здоровья. Это было бы неплохо, наверное. Но... Ритуал мне не нужен. У меня эффект, скажем, не приманит. Золото. Ну, ключ мне тем более не нужен. Возьмем кирку. Стараемся ее не потерять и не сломать. Так.
Тебя? Тебя? Да? Уже защита есть. И давай потянем кучу карт. Какие хорошие карты. Лучше я сюда же отвечусь на 27. Просто потому что пара. Ну давай. Так, у меня пара чего? Пара десяток. Поэтому тебя можно отбрасывать и... Тебя можно отбрасывать, наверное. Да, давай. О. Теперь ощущение чуть-чуть лучше, хотя моя кирка в этом бою сломалась. Ладно, потянем две карты. Что я хочу положить наверх стопки? А я не знаю. Но... Давай тебя. Бью. Тяну. Давайте поменяем на что-нибудь. Так-то лучше. Теперь можем взять еще девятку. Трев, например. Вот я получу. Не, не получу. У меня будет две пары. Нет, должен. А, 9 защиты. А, давай пробуем тебя поменять. Те же самые 9 защиты. Но больше урона врагу. Почти. Значит, девятку. Что я хочу сбросить? Наверное, тебя. Тебя. И тебя. Хотя апофеоз. Ладно, апофеоз пока оставим. Давай потянем еще карты. И нам еще червы не пришли, к сожалению. Это значит, что... Делаем так. Разыграем апофеоз. Хотя бы на 6 отличимся. Думал, получится отличиться на большее количество, но увы. Так, 8 пик. Или еще один овердил. Слушай, ну овердил-то мне нравится. Он обычно дает неплохие карты. Ну давай 8 пик. Так. Отхил. Так, пойдем в магазин. Вещество X. Нет, нету. Начинаю битву с тремя силами, когда ты в атаку, я теряю силу в этот ход. Мя. Так. Реверанс. Разыграть атаку, из игры не тратим. Это тоже не то, что хотелось бы. Как-то все не то. Не получается. Ладно, пошли сюда. Будем, значит, без вещества X. Какой такой Валера? Где Валера? Не нужен ли нам Валера? Давай потянем, наверное, трефа. Давай десятку треф. Давай замулиганимся вот так. Может, им еще? В принципе, 10 защиты есть, 3 защиты еще будут. Пока, наверное, все. О! Wildcard есть. А это означает, что будет еще десятка. Угу. Так, и, кстати, что это я медлю? У меня же есть такая вещь. Ух ты, я могу удвоить бонус от стрита. Интересно, он складывается? Он будет
восьмикратно увеличен. Это было бы забавно. Так, а здесь... А, здесь он не складывается, к сожалению. Но зато флеш набрать будет проще. Но он не складывается. А если он складывается, давай пробуем тебя. Заодно карту потянем. Так, ну неплохо, карту мы потянули. Я даже думаю, мы можем сейчас разыграть... Кого? Наверное... Тебя? Так, и можем даже потянуть две карты. И одну из них отправить на следующий ход в сброс. Хотя не эту карту отправить, надо было какую-нибудь сильную, типа восьмерки. Ладно, завершаем. У нас всего одна пара. Оба. Так, 10-10. Давай уберем, наверное, тебя. И тебя. У нас есть апофеоз, он пока ничего нам не делает. Значит, я улучшу все карты три раза. Я думаю, он этого стоит. Отлично. Три. Так, теперь. Три эфа дают мне дополнительный блок. Плюс новую трёфку, давай это будет еще одна девятка. Хотя мне по-хорошему собирать стрит. Да, он восьмикратный урон, девятикратный урон наносит. Так. 4, 5, 8, 9, 9. Можем ли мы... 6, 7. А, давай пробуем четверку поменять. И еще удвоим. Все, теперь я очень хочу собрать стрит, потому что нанесу во много раз больше количество урон. А не вот это вот. Все. Давайте попробуем собрать стрит, ребятки. Слушай, ну принтер уже дает нам по девятке будет печатать. Это неплохо. Плюс ты дашь нам сейчас две карты. Плюс Джокер. Это даст нам семерку. Я, наверное, овердил. Да. Это даст нам тоже очень хорошую карту. Так, и что у нас? Все еще одна пара. Смотрите. Пара семерок. Столько хороших карт, но... Так. Наверное, четверку пока. Уберем. Так, он сейчас проснется и начнет дебоширить. Это нехорошо. Давай-ка мы потянем карты. Поймем, что ничего хорошего нам не выпало. Подумай, что бы нам сбросить. Ну, давай пока пятерку бросим. 7, 8, 9, 10. Джокер, конечно, неплохой. Это, наверное, неплохо, но комбинацию он нам не даст, хотя... Если оставляем Magic Trick, можно, в принципе, оставить. А, давай, наверное, пятерку. Если 9, 8... 7, да, нам нужно 10, 9, 8, 7, 6. Пятерки нам не нужны. Так, семерку оставить и... Это просто не карта, 13 урона. Давай так вот. Так, 10, 9, 7. Давай потянем случайно. Еще одна десятка. Ну окей.
10, 10, 9, 7. Тянем кучу карт. Посмотрим, что у нас получилось. Три одного типа, но не стрит. Жаль. Жалко, что не стрит. Что я хочу сбросить? Ну, уж я, конечно, могу мулиганом еще замутить. Но раз три одного типа уже выпало. Ну, давай пока оставим так. Конец. Семь, восемь, восемь, пять. Давай добавим какую-нибудь карту. Семь. Шесть. Пять. Давай шесть. Так, семь, шесть. Пять, шесть, семь, восемь. Эту восьмерку меняем. На еще одну шестерку. Мя. Хотя... Не, нам это не поможет. 5, 6, 7, 8. Еще одну шестерку. Мы можем вычесть его на единичку ранг, но нас это не спасет. Увы. Увы, нас это не спасет, поэтому на этом пока завершаем. Получаем 11 защиты. Потихоньку бьем. И остаемся почти без здоровья. Что сейчас? У нас есть две десятки. В принципе, еще десятка и здесь. Это нас не спасает. Нет. Три десятки. А это нас уже спасает. Для тебя тоже. Вылечил атаку на 5. С каждым разом выдержать это будет все сложнее и сложнее. Так. 4, 4, 7, 9. Еще 9. Ну давай. 10. 10. 9. А 8. Нет. Ох, а 27. Похоже, это все. Похоже, это все. Так мне не получилось собрать стрит. Только если бы я собрал стрит, я бы его легко смог вынести. Но, увы, увы, на этом этот забег завершается. К сожалению, отнюдь не победой. Но ничего. Сейчас мы немножко отдохнем. И обязательно попробуем пройти еще раз. Я думаю, сегодня мы обязательно это пройдем.